Темпроходки восстановлен. Докладывай диспетчеру. Угроза второго обвала остается. Как поняли? Как поняли? По легкой жизни воронок проехал вдоль и поперек. И я на север уголек копать поехал. А вслед за мною облака от бывшей все-таки ЗК. Хоть и закончились срока, но эта веха. Сложилось все само собой, и необласканной судьбой пошел проходчиком в забой, почти потеха. В ночную смену как-то раз порода извалила нас. Взорвался где-то в шахте газ, тут не до смеха. Я слышу вентилятор стих, и душно стало как-то вмиг. А воздух нужен для двоих, его немного. Через завал у рукава проходит что-то так едва. Самоспасателя есть два, держи, Серега. Напарник мой, герой труда, смелее всех бывал всегда. А тут случилась вдруг беда, весь как-то сжался. И душу в пятки храня, да мне бывает без огня. И смотрит волком на меня. Так испугался, Серега, говорю, ты что? Ведь ты мужик, не конь в пальто. Прорвемся, это ничего, бывало хуже. А он наскаленный с киркой прижал к себе спасатель мой. Живой я или не живой, ему не нужен. В глазах увидел я тоску и выбил острую кирку. Приставил лом к его виску, он растерялся. Мы разошлись с ним, как враги. Я сел и сбросил сапоги, шепчу спаси и помоги. Я задыхался. Нас откопали в этот раз. Услышал, видно, вот и спас. И аккуратно через час наверх поднялся. Рассказывал герой труда, не страшно там, все ерунда. Мол, хоть сейчас готов туда. А я сдержался. Рассказывал герой труда, не страшно там, все ерунда. Мол, хоть сейчас готов туда. А я сдержался.